Лучше не рискуйте, Просто на ребят. ДКшке вот сюда вот встаю и даю бомжей. Они ни Да, я разу не тебе умирали, не объясняю знаю, еще каких раз. мобов. Когда твоим, Твои когда ты мобы были даешь. живые. Ну, там пару процентов оставалось там. Я вот момент еще стан выплюнул им. И не застану умирать, я считаю. Может, они на скарабеях у Убиваю. тебя шли, твои бомжи? Мои. Мои на скарабеях идут, да. Может, их подальше просто нужно? Ну, хуй знает. Ну, можно, в принципе, подальше это сделать. Иди в Все центр равно. комнаты, там сдавай бомжей своих. Нет, с этой комнаты тоже нельзя, потому что их потом доливать мне удобно будет. Ну ладно. Как скажете. Кто там, блядь, говорит ничего нового, нахуй? Тебе рассказываю, я подхожу под босса, включаю метаморфоз, нахуй, костёл, блядь, и мобы на мне. Что ты, блядь, мне рассказываешь, тут под пёздыш сидишь? Ты что сейчас только что было? Это Шова, Шова на бафу еще наехал, а он ему ответил. Да что вот только под пёздят. Чё, готовы? Заходите все, блядь. Так. Подожди, еще по 5 минут. Короче, ты получше бы метаморфоз, на самом деле, на Анубарак отдавал бы. Или оно у тебя уже откадешивается? Но Когда же бля, это это оно же смазит? откадешивается, он когда 2 минуты. Там когда это 2 минуты на быстро подошелся. Почему пол? Все, все готово, добавим, давай пол. У тебя сосохнется собаку еще? Да. Если что, это самое. Два. Две. Одна. На третьей фазе CSS скинешь. Папула. Блять. Вот. Не, ну, я это специально, чтобы не нарить. Ничего нет. Не, вернее, верно. Вставай. Потом ту каску дать. И туда. Лапку тоже. Вот и все один плюс. Укил СС потом туда. После этого, ну, как это самое закопается. 5 секунд. Нормально, 68-67%. Да, да, плюс. По мелким играйте, аккуратненько, только не сорвите. Отошли от босса. Ой, от мобов отошли в мирике. Вот они кончили. От залу уже забегай, за уже. Все, далеко не беги, что ты себе стал. Будет пизды тут больше. Схи сегодня. Ну так хили. Что за хуйня? Бою. Но его не хилил никто все это время. Шоу, ты что там делаешь, блядь? Он, ну, там он реально, умер там, не за то, что там он... реально его не подхиливали тоже. Ну, его не подхиливали, но он умер, потому что он поймал стак. Он только стак поймал, сразу умер. Он скинуться успел с меня? Стак-то этот. Нет, ты вот только что его прям поймал, и тебя сразу умер убил. Да какой он стоял секунд 8, его никто не хилил. Я просто Это не могу тоже его было. хилить, поэтому не хилил. Видно было, что убило, ну так потихоньку совсем. Хорошо, какого хуя, блядь, его сложил? Ты щиток на себя нажал или что, блядь? Я не понимаю. Не, я его вообще не хил. И молитву я тоже не юзаю. Сейчас я А посмотрю. у Анаид, если молитва она юзает, она что-нибудь там не может кончить? Т4 нету. Т4 есть. Стоп. Т4. Ну.
А чё, в Т4 нету, нету, нету. У Т4 есть абсорб небольшой, когда она юзает кольцо. Если кольцо критует... У неё... Вот, а если кольцо критует, значит, у неё, возможно, будет кидать абсорб. Да. Из этого и круг исцеления. Скорее всего, да. Но она мне, по-моему, его не давала. Сейчас я посмотрю по тому самому. Критический эффект заклинания круг исцеления создает щит, поглощающий два каурона. Вот, я, ну, я тебе говорю. Но я его не получал, круг этот, блядь. Она мне не хилила. Там частица, ревностная, улучшенный вожак, божественная буря и цепуха одна, 1980. Ну, понимаешь, если она юзен щит, и она, понимаешь, как щит работает, самое, круг исцеления, у тебя было full хп, она может рандомно кинуть круг исцеления. Типа задела рядом, нет. Да? Да, и как бы может задела, потому что она вообще автоматически хилит те, по которой у мало хп. Видимо, у людей не было хп, то есть у всех full хп было, и, возможно, тебя это кольцо и задело. Кстати, хуй знает. Как вариант. Там нету. Я через details посмотрел таргеты, которые нахиливали. Даже, ну, тут вообще даже двух соток нету. То есть вообще войда нету в таргете. Это, ну, не я тоже этого смотрел, нету, да. Бля, я не знаю. Как вот до этого все заебись было, а? Ну, давайте еще раз что-то. Конечно, давай стараюсь. Бафер сделал. Ну, сейчас уже нормально переводим. А Найда, ты вообще войда хоть как-то чем-то хилишь? Нет. Но я в избыточном исцелении вижу 4,7к по войду. Это что? Не знаю, мне просто не показывает скада. Просто я зашел в избыточное исцеление. Давайте, ну ладно, пофиг. У кого ДТС, посмотрите. Ну, у меня С, я не вижу какой там скилл. Ладно, хуй с ним, Дон, давай. Запускаешь его. Нет, это не то посмотрел. Ладно, все. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, виспиды зачем тоже нету у Анаита по войду, потому что не знаю, что это. Попробуй молитву не юзать, может поможет. Не, молитва там... Нет молитвы, это именно от круга, скорее всего. Ну, это не факт. Она ж не цел, у нее крит хилк и не вешач. Или она ид, знаешь, как лучше сделать там? Какой радиус здесь круга? Большой, достаточно. Тебя, может, не, это рейндж коста. На максимум отойти просто, если что. Вот это вот войда. Давай, скоро взорвание будет, аккуратно отправимся. 3. Ну, как хорошо бустанули. 66%. Аккуратненько смотрим. Вот, блядь, необратимое. Как нахуй? Как он сейчас вообще срывался? Так, беги. Чики, после убийства мобов дальше мог бы... В принципе, сейчас можешь давать. Чики, дай по необратимой БР, быстро. По необратимой каску. Я дал, да? Каску. Мобов тоже подводите туда. Я что там стану, тоже пусть покажу. Нет, Джимбосс. На другой уже приходи. Вот, дотягиваешься или пока мне подойди поближе. Давай, раз. Короче, я сам дал. Всегда зал забегайте на другую сторону. А где шипы тут? Мобов заливаем быстренько. Беги. Все, босс вырвался нормально. Все, возвращайся туда. Так, мне мобов под босса. Блин, а мне 5 стаков.
принципе, не страшно. Что за баба еще? Дрич, ты где вообще? Убежал. Теневой? Так, раньше время. А, ничего страшного. Не, дай Берку. Хорошо, скажи. 2 минуты. Хорошо, подкат тут. Так, Вой, скажешь по времени? Я раньше там подошел к тебе в КД и... Да. Нормально. Хорошо, что среагировал. Забери. Валс, давай. По Валсу иннер дайте кто-нибудь. И касочку ему. Давай иннера закиньте сразу. Все, норм. Всем пока. Так, Размус сейчас идешь туда. Чики, беги. Пути ушли. Трэш заливаем, вот тут аккуратненько смотрим. Блять, не срывайся, ребят. Ушел. Негр. Нет, на необратимый. Поближе ко мне. Достаешь? Поближе ко мне. Поближе к Войду. Ближе к Войду подойди к танку, где трэш танчится. Давай. Да. Угу. Все, можешь забегать туда. Под лужу. Угу. Добили мелкий трэш быстро. Мобов играем. Невер Бэр есть. 5 секунд. Беги, Дрич, беги. Так, Чика много саков. Аккуратно. Все, сакнули себе печенькой. Босса всех мобов. На пол. Блядь, ну ты заебал Войд нахуй, ну ёб твою мать, блядь. Падаем. Сука, на нахуй, таймер, блядь. Не надо мне таймер. И давай сланы по таймеру срока. Дай мне 25 секунд. Что ты, блядь, ну? Раньше на 2 секунды ебану. Копируй нахуй и, блядь, не знаю, сохрани его. Съебали эти ваши те ошибки, блин. 2.50 это что после первого взрывания это все идет? Госпу. Что? Давайте вас пул, да, 29 минут. Уже все никакие сидят. Ошибаемся, непонятно где. В мобов сейчас вообще почти никто не играл. Кучу стаков на перед третьей фазой утонули. Ну мы бы, да, вайпнемся, если что, все равно. Там по 7, по 8 было. Я не знаю, да, мне кажется, да. У нас РДДшники в первом этом рейде играли. Я помню, у нас вообще там больше 3 минут не лутал. Посмотри урон, типа, что это такое? Ну, это вообще, блядь, 200к, блядь. Ты как танк нахуй, Джимбус тоже, блядь, 107 тысяч нахуярил, блядь. Вы будете ебошить или нет, Литл? Хоматолог только 246 тысяч нужен. Блядь, Донт нахуй лям нахуярил по мелким. Лукил 900 тысяч. Ребят, вы можете так вот бить, как вот они бьют? Или вы просто бегаете, нихуя не делаете? У вас разница, блядь, у Донта 1 миллион? Ну ладно, хер сниму там хант. Ну давай средний возьмем, маг. 700 тысяч нахуярил. А в бро 200, стоматолог, литл, ты 200к, джимбус ты 100к. Чё ты делаешь ДПС по мелким? Рыба. Так я же сдох, ёпта, чё. Ну вопрос сдох. Ну ладно, вопрос сдох. После первой закупки. Ну да, в принципе, вопрос, сорян. Стоматолог там. И то вовпро, блядь, 247 тысяч навалилось, нахуярит. Стоматолог ниже по ДПСу на 1000. Литл вообще не бил. Необратимое.
300 тысяч, Невермун, 342, Размус, 37. Там уже почти 300 тысяч уже были, ну, претензий нет. Ну, кто 1000 дамажил, тоже еще были. Ну, блядь, 100 тысяч. Я просто конченый, поэтому 340 всего. Че, готов? Подожди, я сейчас МП-5 раздам. Не приебешься сейчас, будет? Ну ебать, пусть знает. Я тебе скинул информацию. Включи таймер и смотри по таймеру. Все, тебе больше ничего не требуется. Да это уже чисто усталость, блядь, пол четвертого утра, хоть ты хотел. Отключи на пол. Сейчас я туда сам буду следить за таймером, если ты не умеешь. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, не запустил таймер, ладно. Сам. Пула. Что нового? Сейчас бы взорвается, аккуратно смотрим. Лики немножко подальше от лужи дойдете. Очень хорошо, 65%. Молодцы. Все, трэш аккуратненько. Войд, блядь. Сверху притяните туда к Войду еще одну. Трэш пока не трогайте, мелкий этот. К Войду сверху еще одну вытяните. Все, сейчас закопал, да, половина закопалась. Давай еще раз вайпимся и... Ну давай. Давайте вайпитесь. Я чё... Последний трай сделаем, ребята. Тут не повезло, давай сейчас. Спать можешь, пойдем. Давай, давай еще один трай сделаем, у нас еще время есть. Ну, это сейчас не по нашей, ну, как бы по нашей, но... Ну, чё, да давайте, давайте, ебать. Давай, давай еще. Сейчас, блядь, киляем. Затрай это не считается. Это сука, сейчас разъебем, будем радоваться. Там 7 минут на стой, как раз бой длится около 5-6 минут, что нормально. Ну, давай, ну, сопротивляйся. Донт, у тебя тоже плюс 4? Нет. Нет, я в Москве. Ну, плюс 0. Ну вот, еще люди жалуются. Если что, завтра тогда продолжим. Пивать-то говно, блин. Завтра в 8 также, да? Начало сборов? Нет, в 12 часов ночи будем. Нет, поскольку у нас РТ будет? У меня 12 это будет. Ты, блядь, в гильдии почти год сидишь и не знаешь, сколько у нас РТ, блядь. Не, ну вдруг там, блядь. Какие, ну что? Сегодня 8.40 только стартанули. Вдруг какие из гильдии. Значит, ну РТ ебанем. Под пивасником. Не, на сутки в среду. Ну, ошибки в основном, вот, и вайп за нуба, это вот у нас единственное, это вот сбивание костов, раз. Срыв огромобов 2. Мы поняли, что бомжей не надо сдавать 3. И очень много стаков лутается 4. И мало очень ДПСа, по-моему, дается мелким этим по скоробеям. 5. 5 причин вайпов. Вот там. Давайте ДБМ пол. Вообще ДБ.
Давай, поехали. 4, 3, 2, 1. Разбейся. Четко. На пуга. Вот смотри аккуратненько, чтоб жопу не поставил. Немножко моделька твоя. А то встань. Тарелка у тебя кастуется? Не кастую ее никогда. 10 секунд. Нет, она мгновенная. Ладно, все. Потому что на БК я помню, что она кастовалась. Может, возможно, за это может я слаживаю, что ты кастовал что-то там. Отходим от... Миники, не подходите к этому трэшу. Дэч, беги. Что, Дэч, теперь твоя судьба в моих руках. Сдохну. Получу ГП, блин. Отыграем по малам, тут аккуратненько. Агро, don't не срывай. Сейчас сорвешь донт. А, ты что, это я мат. Да. Это я этих. Мобов. Не обрати опять. Ёб твою мать, говорю, следите за агро, нахуй. Включите омен, блядь, да переключите другого моба. Ну ёбаный в рот. Еще два БР. Невер, да, есть. В брон невер. Чики по необратимому. Аккуратненько в лужу. Локу дайте фу. Они-то беги. Который сейчас босс будет появляться. Все, капаем. Играем по мелким. Больше по мелким, больше ДПС по мелким. Прям ворвитесь в них, бейте их там. Все, готов сейчас будет напугивать копателей. Так, вот сейчас не проебись, смотри аккуратно. Давай сам. Саша, сейчас же мало стаков на рейде. Да, да, нормально, все четко, да, сейчас. Я сейчас встал заметку Войда и просто на всех агро набрал. Они пока до меня доходили, всех убивали. Вообще сейчас охуенно что. Ну, сейчас так и сделать будешь, да. Раньше не мог додумать? Ну. Не, я раньше не додумался. Готовься, иди напуливать. Что он скажет, что ты просто тупой, и все. Вот не приду, да надо пронос. Что вы будете делать? Куда ты денешься, блин? Ты покажешь ты лицо Гильдии, покажешь пример другим игрокам. Размус бежишь, боб даешь. Готовимся. А, Чика, беги. Левее немножко возьми курс. С подороже. Ушли. Бульба, хули ты стоишь, блядь? Угу. Сверху сейчас разорвет сверху. Ничего страшного. Для сверки ничего. Хотя страшно будет, наверное. Дэч, беги. Хорошо, пусть убегает. Поближе к Войду, он тебе боб кинет. Кельмер, боб. Есть. Отлично, иди и заберет. Так, Войд, станешь, где печенька, здесь будешь ловить мобов. Прыгать, видишь, где я прыгаю? Понял? Вот тебе печенька, видишь? А, ближнюю, типа? Да, ближнюю, забежать, чтобы мобы нормально добегали. Одна. Все. Босса ловим. Стаков мало, отлично. Мелких. Мелких добиваем сначала. Мелких, потом босса. Мелким ДПС. Там мелкими с этими дерутся бомжами.
Пока мелких отыгрывайте, потом босса. Вот готовься через, ну, расскажу. 3%. Давай сам. Поза. Еру дай, фул ДПС. Ласки выбили все. ДК-то 4. Сапроты все выпили прямо сейчас. Здесь с метками прохилим, только с метками. Готовься на поле. Поднимите здесь, если колбер. Ну... Моба. Дон, что с напулом, дружище? Я там 15% очень много, и вы сорвали. Азорки, блядь, мог бы помочь уже, блядь, не знаю. Каким образом? Каким образом? Берешь ты иксы нахуй и идешь хуять мобов. Да. На рейнджа. Одного напулишь. Ножик. Ой, блядь, сука, вот ты вот, ну, делаем еще, ребята, трай, хотите, не хотите? Да давайте, блядь. Дайте голосование. Сейчас нормально, убили, чтобы Донт не проебался, блядь, убили бы босса. А попробуйте, слышите, его завести за лужу, типа, жука босса. На третьей фазе, потихоньку. И так каждый трой, если бы кто-нибудь не проколебался, тогда бы убили. Бьерн, дай просто этот рейчек. Да, продолжай. Все, последний дело. Донт, тут Гай, Гуа последний, тут точно. Последний. Я фласку перепил, Дон, блядь, надо убить его. Я тоже перепил, это сопрот, блин, 100 голубей. Пошли, еще один трой сделаем. Сейчас по-другому, чуть-чуть хилов поставим в другое место и все. Все, Донт, давай, еще последний трой сделаем, последний. Давай, родная. Хилов нет смысла двигать, хилы должны стоять под боссом. На босса это оставить его... Зорки, сможешь как-нибудь помочь понапуливать? Ну, да, тогда босса бить не буду. Да хорошо, не бей, у тебя основная задача напулить. Ну, на третьей фазе только. Да, на третьей фазе только. Одного раз 30 секунд. Да, один раз 30 секунд. Сколько у тебя триксы когда? Одного моба раз 30 секунд. Хорошо, который в мили-зону упадет, сразу его напуливай. Хорошо. Все. Блять, 15%, сука. Мне надо будет сначала к Войду подбежать, к него на пул кинуть, потом на спринтах бежать по бомбу. Да, вот так вот и сделаю. Там что-то 20 метров, да? Или 15? Ну, сейчас, да, 20 метров. Смысл в том, что яды, если висят, наверное, у тебя сразу триксы прокнут, нет? Кстати, не может быть. У меня ловушка на боссе, и у меня не прокает. От автоатаки, на пул. Ну там сколько-то, 5 или 6 секунд висит. Ставьте римбота. Бобро, поставь рембота. Так, немножко ты немножко живее поднимайте рейд, потому что у нас два человека упало то, что вообще, то есть, ну, его не хилили. Спал совсем. Немножко поднимаем рейд по хп, но не сильно. Дайте мне обмен, кому сопрот нужен. Черепочек поставил. Печеньку тоже можете обмен кидать. И джиса. Ага, все, джиса. Сейчас, может, убьем, кстати. Жулец. Да, зачем его хилить нужно? Пизда сейчас. Тут только хилить метки в основном надо, и немножко рейд поднимать чуть-чуть. Ну, механика такая, чисто. Чем меньше у тебя хп, тем меньше по тебе бьет. То есть 30% от запаса твоего здоровья. Допустим, у тебя 1000 хп, ты, и у тебя 30% снимается секунды, то есть у тебя снимется 300 хп. Это вот. Просто момент, когда метки заканчиваются и скоро следующий появится, нужно немножко поднять, чтобы... Да, вот в этот момент, нет, у нас в этом проблем не было, у нас была проблема в том, что у нас упало два человека от полностью не захила, то есть его не... Шаманизм, может, там на население поставить еще? Окей. Потом. Тоже пусть будет небольшое. Валс, ты кого, куда орехи кидаешь? В танков? Нет. Не кидай в танка. Не кидай в танка. Кидай в мили-зону или в РТД-зону. Ну вообще, по сути, РТД-шники должны стоять в мили-зоне.
Да, еще ну, под жопу бы всем встать, действительно. Да, мы все стоим под жопой, и там будет твой Т4, и все нормально будет. Да, просто окей. Босс, просто понимаешь, орехи, ты больше сконцентрирован за хил, не на обнуление орехов. Орехи они очень тоже. Го. Давайте еще на пол. Сейчас я вам МП5 скину. В принципе, Дон, знаешь, что я могу сделать? Я сейчас придумал. Тактика точно сработает. Я врубаю на себя агро и становлю за лужу войда. Все. И ты сорвешь мобов с войда. В смысле сорву? Нет. Он меня и хилит. Ну, я буду и хилить, и это самое. Сейчас попробуем, кстати. Интересная штучка. Да будет. Просто весь рейд жуком переведите за кружок, и все. У нас один трай. Ну, хорошо, так хорошо. Да, супер, мега, ультра класс. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Сука. Немножко кривато, ладно, пойдем. Мне не понравилось это, правда, сейчас? Как будто мы уже вайпнем. Надо перетравиться. Не-не-не. Метку можно взорвать. Метку можно взорвать. Просто босса поближе поставить, и все, ничего страшного. Ну, чуть не срываю я. Ну, вот. Пока не клохились. Мне кажется, ты сорвешь. Не сорву. Я пока мобы дойдут, там вот и там будет. Я что забавлюсь. Ну он можешь метки хилить. Я не хилю, я домой. Я вообще хз, типа, в чем проблема на третьей фазе? Мы типа с тобой на танках частицы развешали, светом хилим метки. Два приста с шаманом на рейде, типа. Ну что, там так проще, кстати, да, когда мобы будут? Боковые мобы шли на меня. Я не знаю, кстати. Ну, давай проверим, я по привычке то же самое все делал. Ну, делал по привычке то же самое, но все равно... Помогай понапугать. Так, я первый боб даю, Дон, беги. Ой, на меня пошел. Давай. Не стой, Дон, все ок. Беги в Долоран, прям беги. Ну, я спецэффект включил. Красавчик. Кельма. Нивер Резьбер. По Кельме гнайте бафы. Давай, я кину Невербоб тебя. Держи. Мелких подарков. Невербоб это что-то новое. Точно, ну ник надо. Один дать. Погонял нового. На. Себастьян, поставь где-нибудь печеньку сюда вот босса. Ну, на третьей фазе обязательно. Где-нибудь здесь вот поставишь его. Чтобы было проще. Спасибо, мобы на тебя идут. Забавился. Ебать, вырубай. Что вырубать? Мультики. Пиздец, нахуй. Ну чё ты стан не дал, блядь? Да я пока кнопку нажимал, тебе сказать, чтоб ты эту хуйню вырубал. Молодец, нахуй. Какой я, блядь? Ёпта, майка. Да ему уж не страшно. Вот умер. Матерься. Да, все, давайте спать. Да как тебе складывать-то? Да я повернулся, блядь. А была команда вайпаться, скажи, пожалуйста. Нет. У нас два человека упало всего лишь, их можно было разрезать. По-моему. Два. Три. У нас упал Бульбастанец, Шаманизм и Чика. У Чики был СС, он встал. Бульбастанец резнуть было бы, Шаманизм бы сам встал бы. Давайте до завтра, ребята. Кстати, идея хорошая по поводу этой хуйни.
Хельмута, блядь, да, не забудьте позвать нас. Просто они когда пошли на тебя, блядь... Я забаблился, и норм бы все было. Ну это понятно, что ты, да. Ну а ты, блядь, взял и приебал каст просто, и все. Я просто не, вокруг них... Я просто вокруг момент... них... Я стал вокруг они них ходить. Они зашли за спиной ему как-то. Ну, момент. Блядь... Я их обходить стал, блядь. Слышь, Бьерн, Хельму возьмите на завтра. Да, он хочет. Я написал, чтобы да, Вася пришел. Да, он просился. Ну туда пошли, берем, конечно. Да, конечно, что-то все равно бы добить этого, блин. Так а куда брать? В гильдию его, блин, когда просился? Он ордынец.